Друзья, привет! Добро пожаловать в мое воображение, где происходят удивительные и невероятные вещи. Я Алекс, Иннокентий пока еще спит, я сегодня пораньше. Надо сделать утреннюю зарядку. Да-да, фокусники и волшебники тоже делают утреннюю зарядку. Ну, по-моему, неплохо. Ну, позанимались, теперь можно себя похвалить и слопать что-нибудь вкусненькое. Так, что у нас тут есть? О, шоколад, отлично. Какой-то странный вкус, как будто бумаги в нее напихали или что? Здорово, банда! Ну и привет. Привет, ты что так рано? Да, зарядку делаю. Зарядку. Это так теперь называется. Ну-ну. Кстати, ты не видел тут мою секретную записную книжку? Нет, не видел. Но она у меня специально замаскированная под шоколадку, чтобы никто до содержимого не добрался и не догадался. Да где? Кеша, ты в своем уме? Кто маскирует записные книжки под шоколадки? Фу. И вообще, чего у тебя тут такого секретного-то? Пароль. Какой пароль? Пароль от сейфа. А где у тебя сейф? Ну, где шоколадку брал, там и сейф. Там, где подстаканники. Ты вот это, что ли? Ну. Это ж не сейф, это коробочка. Причем пустая, ничего нет в ней. Ну вот какой же ты фокусник. Ну это же особая, волшебная коробка. Чтобы в ней что-то интересное было, нужно сказать пароль. Интересно. Давай попробуем. Так, где у тебя тут? Ага, вот написано пароль. Пустое поле. Ну, а тебе чего еще надо? Только, подожди, у тебя пароль — это слово пароль? Ну. Да, так, хорошо. Попробуем. Пароль. О, слушай, получилось. Ну, смотри, а то. Смотри, карты какие-то вылезли здесь. Какие? Кеша, ау. А что это мои карты делают в твоем сейфе? Ну что делают? Ну, это я их сложил в надежное место, ну и чтобы они не потрепались. Так это же антипотрепательные карты. Да ладно. Точно тебе говорю, их невозможно как-то существенно помять, потрепать или порвать. Да и порвать нельзя. Ну да. Вот смотри, есть карта. Так. Попробуем ее сложить пополам. Так. Уже потрепал. И сложить еще раз пополам. И вот так вот мы сделаем вид, что мы ее порвали. Ха, карту испортил, Алекс. Даже может создаться впечатление, что мы порвали ее на 4 кусочка. Опять испортил карту. Смотри. Но если убрать эти 2 куска. Так. А вот эти 2 попробовать правильно совместить. Так. Смотри, что получается. Он приклеивается. Так, да, как так-то? Да. Возьмем 3-й кусочек, где он тут. И попробуем приставить его вот сюда. Вот. И тоже приклеится. Да! Алекс! Отлично. Клей 4-й. Остался последний. Вот этот мы его куда-нибудь. Вот сюда. Вот так вот сделаем. Немножко это дело подровнять. И у нас... И даже швов не осталось. Швы пока что остались, но на ночь оставим под подушкой, и все выровняется. Так, Кеша, а что еще у тебя есть в твоей секретной книжке? Давай секреты. Посмотрим, что тут. Чертежи 14-го айфона. Координаты базы пришельцев на Луне. Список дежурств по кухне. О, кстати, кто у нас дежурит по кухне сегодня? Ну, известно кто. Жорик дежурит. И где он, кстати? Проспал опять. Слушай, нет. Давай его сюда телепортируем, а то позавтракать бы уже неплохо. Давай.
Ну давай, Алекс, уже телепортируй сюда Жорика, есть хочется. Погнали! Фу. Нет, ну тряпочкой сыт не будешь. Давай что-то посолиднее, повкуснее, понажористей. О! Яйцо! Давай омлет делать, яичницу, пашот! Страусиное яйцо. Что это? Шарик. Шарик не Жорик. Давай уже Жорика сюда. Алекс, хватит баловаться. Ну. Я не понимаю, где еда? А! О! Привет, Жорик! Итак, друзья, Жорик у нас летит делать яичницу. Я сказал, летит делать яичницу. Иннокентий берет подстаканники и чешет за чаем. Жорик, подожди! Ну, а я прощаюсь с вами. До следующего четверга. Увидимся, как всегда, все там же, в моем воображении. Пока!